Ми продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз ми хочемо поговорити про те, чи може приєднатися Білорусь до Росії в тому, щоб вбивати в Україні наших людей. Маю на увазі не те, щоб вбивати наших людей, а те, що вони перетворяться на гарматне м'ясо також. Для того, щоб розібратися в цій темі, ми попросили приєднатися до нас Павла Свердлова. Він є головредом Єврорадіо. Павел, добрий день. Слышите ли ви нас? Добрий день, чую вас добре. На якій мові будемо розмовляти? По-білоруську, мову по-руску. Якщо вам буде зручно, якщо ви розумієте українську, то я можу запитувати, ставити запитання українською, але якщо ви зможете відповідати російською, це буде просто краще, щоб більше наших слухачів зрозуміли. Хоча ми дуже поважаємо білоруську. Ні, це дуже важливо, я маю це пояснити, що ми дуже-дуже поважаємо білоруську, і насправді російська не є для нас, ну ви розумієте, що зараз відбувається в Україні, але просто для того, щоб більше наших слухачів розуміли, що ви, ваші відповіді. Так, добре, я тоді почну. Буду по-русски. Дуже вам дякую і перепрошую за це. Перше, що хочу запитати, про що зараз говорять в Білорусі, який, ну, як то кажуть, інформаційний фон, так, в тому числі на телебаченні, чи знаєте ви про це, чи можете про це розповісти? Ну, на нашому телевіденні продовжують поливати грязю Україну, продолжают поливать грязью Европу, США и всех прочих врагов. Это просто такая тактика конструирования некого внешнего врага, которая является общей для всех тоталитарных стран и, в принципе, которую, как я понимаю, многие выделяют как одну из обязательных таких составляющих фашизма. Там есть классификации по 7 составляющих фашизма, есть по 14. И вот эта тактика конструирования какого-то внешнего врага, который одновременно является и очень сильным, вот таким, прямо, который представляет какую-то серьезную угрозу, да, и одновременно является таким слабым, с которым вообще-то вооруженные силы, вот, например, российские, да, могут легко справиться. Вот такого врага, в принципе, не только за последние 20 дней, а уже давно белорусские СМИ делают из Украины, и из Запада, и из Соединенных Штатов. Тут в этом плане ничего не изменилось. Может быть, просто риторика стала жестче из-за военного времени, из-за того, что новые санкции создают для Беларуси новые неудобства, и, ну, соответственно, все вот это вот обостряется. Так, Зеленский по-прежнему у нас на телевидении клоун, Путин – полубог, Лукашенко – бог, украинцы скоро сдадутся, Красная армия всех сильней. Зрозуміло. А ось те, що ви сказали про санкції, а як саме санкції, які були накладені на Білорусь, впливають? Чи є вже такі наслідки, про які ми можемо говорити? Ну, конечно, во-первых, курс доллара, который упал, собственно, с начала войны, он упал на 25% и останавливаться не собирается. Нацбанк он его пытается каким-то образом держать, корректировать. И очевидно так, что это важно для белорусских властей. Вот Лукашенко сегодня выступал перед силовиками очередной раз, и он сказал что-то типа «Да не нужен белорусам этот доллар». Никто не будет за ним бегать. Вот что важно сейчас для белорусов, это юань и российский рубль. И вот скоро мы будем мериться не тем, сколько у нас долларов в кармане, а сколько юаней и российских рублей, потому что это будут наши основные торговые партнеры. Ну, всем в Беларуси ясно, людям, которые вообще хоть как-то рефлексируют по поводу событий, что когда Лукашенко или какой-то другой представитель власти говорит такое, нужно идти и во что бы то ни стало свои рубли конвертировать в доллары. Хотя уже немножечко поздно все равно, потому что, собственно, курс уже упал. Но все-таки не поздно, потому что он явно упадет еще. Видно, что белорусские власти очень озабочены экспортом. Пути перерезаются один за другим, там по дереву, которое очень выросло, например, в 2020 году, по нефтянке, которую сейчас непонятно как доставлять клиентам, но разве что через Россию, по калийным удобрениям. Просто не существует мощности, которые сейчас могут позволить Беларуси выполнять свои контракты
И если бы не запасы, созданные до того, ну, в ожидании санкций, скажем так, да, то, в принципе, уже бы были какие-то проблемы. Ну, а так проблемы просто перекладываются на вторую часть 2022 года. И по многим другим позициям. То есть, ну, получается, что белорусские власти судорожно ищут, как с этими санкциями бороться. Но при этом, конечно, Беларусь сейчас санкциями, вот этими, связанными с войной, она обложена гораздо меньше, чем Россия. Мне это не совсем понятно, честно говоря. Нам не то, что не призываю. Також не зрозуміло, да. Тому що Білорусь є стороною цього військового конфлікту. З боку Білорусі саме виходять війська. І якщо Білорусь в цьому не приймала участь, то те, що ми зараз маємо навколо Києва, цього б не було, це було просто неможливо. Да, вы совершенно правы. Опять же, Лукашенко каждый день повторяет, что Беларусь не участвует в этой войне. Более того, работает вот такая тактика, это, наверное, пропаганда такая больше ориентированная внутрь, да, Беларуси, но отзеркаливание обвинений, которые звучат в сторону Беларуси. Например, сегодня Лукашенко заявил, что кто-то пытался обстрелять Беларусь ракетами из комплекса «Точка-У». Он не сказал напрямую, что это была украинская ракета. Он просто сказал, в сторону Белоруссии был запуск ракеты, и мы сбили ее над Припятью. Ну, интересно, с какой же это стороны могла прилететь ракета. При этом никаких доказательств нет. Мол, идите сами, посмотрите, где она там валяется. Ну, Припять в Беларуси течет 500 километров, то есть понятно, какого уровня это риторика, да, и какого уровня обоснованности это утверждение. При том, что мы имеем, ну, я не думаю, десятки уже фото и видеоматериалов, свидетельствующих о пусках ракет с территории Беларуси в сторону Украины, ну, не говоря уже о том, что упомянули вы, о том, как техника с буквами «В» на бортах перемещается сначала по Беларуси, потом заезжает в Украину, ее видят, значит, с этими буквами, да, о том, что кадыровцы снимают видео, показывают свой автопарк, да, вот, и это происходит в Мозыре, хотя они не говорят, что это Мозырь, да, но дома, которые у них на заднем плане, идентифицируются журналистами как дома, которые находятся в Мозыре, конкретная улица, конкретный дом, да, и говорить в итоге, что Беларусь не участвует в войне, в конце концов наши техники заправляют самолеты, которые летят потом в сторону Украины, предоставляют жилье для всех этих военных, обслуживают их так или иначе. Мне кажется, что, конечно, это полное лицемерие, да, говорить о том, что Беларусь в войне не участвует. Да, может быть, и не в последнюю очередь благодаря тем информационным вбросам, которые практически каждый день делают украинские официальные лица о том, что белорусские военные готовы, о том, что их уже заставляют, выдвигаются они к границе, там, да, то, что они отказываются воевать. Может быть, не в последнюю очередь благодаря этому нет еще все-таки белорусских солдат там среди россиян, которые уже теперь убивают в Украине людей, да. Но ведь все равно никто не дает гарантии, что завтра они там не появятся. Ну и еще, конечно, вот на что, о чем, наверное, в Украине мало думают, да, но о чем много думаем мы, это насколько сегодня Беларусь суверенное государство. Мне кажется, что Лукашенко, вот он за последний месяц, он просто растерял остатки суверенитета, да, и вот есть у нас, например, министр обороны в Беларуси, да, Хренин. И вот я думаю, что будет, если он, вот не понравится ему, как российские солдаты себя ведут на нашей территории, да? Он что, может приказать российскому солдату что-то сделать или чего-то не делать? А ведь у российского солдата есть свои генералы и свои начальники, и свой министр обороны у них тоже есть. И слушать приказы министра обороны из другой страны, он, мне кажется, в принципе не будет. Он пошлет нахрен любого белорусского военного, который что-то пытается ему приказывать. У него своя субординация, ну, своя система, да. И в этом плане то, что в Беларуси присутствуют военные, которыми белорусские власти не распоряжаются,
которые не могут ими управлять. Мне кажется, что это свидетельствует, ну, об окончательной потере белорусского суверенитета. К сожалению, сейчас и остатки экономического суверенитета будут России подарены. Я думаю, будет завершена в том или ином виде та интеграция налоговая, банковская и так далее, о которой не могли договориться власти Беларуси и России с 2019 года. Ну, а если так по-хорошему, то все 20 лет существования так называемого союзного государства. И, возможно, я думаю, в течение какого-то ближайшего времени мы даже увидим российский рубль в качестве, может быть, не валюты Беларуси, но в качестве официального платежного средства, я думаю, это может произойти вполне. Ну, насправді, я хотів запитати у вас, як ви вважаєте, чи насправді у Лукашенка є можливість для маневру, мається на увазі, чи може він сказати ні Путіну, ну, при тому, що ми бачили, що декілька днів тому він літав в Москву, зустрічався з ним особисто, чи може він насправді сказати ні, я не буду вводити свої війська в Україну? Да, я думаю, что он все-таки может сказать «нет», но, возможно, цена этого «нет» для него будет слишком большой. Лукашенко, он политик, что бы про него ни говорили, опытный. Он прекрасно понимает, как на его репутации скажутся гробы, которые будут приходить из Украины. Да и вообще этот приказ белорусам войти в Украину и там, ну, воевать, убивать людей, он для Беларуси, для белорусских властей, которые всю дорогу, все 30 лет повторяли «нет войне», «мы белорусы мирные люди», вся их идеология, в принципе, которую они строили, да, она о том, что мы не можем повторить. Да, и вдруг это все рушится, вдруг это все, все эти заверения оказываются неважными, настолько неважными, что вот они в новую редакцию Конституции, которую приняли две недели назад, да, они вписали о том, что с территории Беларуси, там есть отдельная статья на эту тему, с территории Беларуси не может осуществляться агрессия в отношении, военная агрессия в отношении какой-либо третьей страны. Да? И вот сегодня день, когда Конституция она вступает в силу, вот эта новая редакция, и сегодня же эта статья сразу же нарушается, да, потому что агрессия с территории Беларуси в сторону Украины осуществляется. Никто не делал исключения для 15 марта 2022 года. Все продолжается так, как продолжалось предыдущие 19 дней, вот этот 20-й день войны. Возвращаясь к вопросу, ну, и хочет, и может сказать «нет», но будет ли он это говорить? Это очень большой вопрос. В конце концов, если перед ним будет поставлен очень жесткий вопрос или выживание его, его режима, его системы власти, а выжить она сейчас может только благодаря российской экономической поддержке, иначе ну, не через год, так через полтора-два экономика просто рухнет, или российские войска в Украине, я думаю, что он все-таки выберет второе, и белорусы присоединятся в каком-то контингенте к российским солдатам. А як ви можете оцінити рівень супротиву всередині Білорусі, супротиву цій війні, війні проти України? Ну, тобто з'явилася, наприклад, новина про те, що у білоруському містечку Стовпці підпалили залізничні колії, і з цим білоруські силовики нібито, ну не нібито, я думаю, що це підтверджена інформація, що вони почали тероризувати місцевих жителів щодо цього. Тобто, як ви оцінюєте рівень супротиву всередині Білорусі, і як ви оцінюєте боротьбу з цим супротивом? Ну, вообще очень вдохновляет то, что на втором году репрессий еще есть люди, которые вступают в какие-то протестные объединения и пытаются что-то делать, зная, что если они попадутся в руки силовиков, то их
засаженный электрощиток, там, условно говоря, на какой-нибудь периферийной станции, но по которой, тем не менее, мимо которой проезжают вот эти все эшелоны с российской военной техникой. Так вот, за этот щиток их будут судить как террористов. И это до 15 лет, если один. А если группой, то, насколько я помню, терроризм – это расстрельная статья в Белорусском уголовном кодексе. У нас есть смертная казнь. Конечно, этих людей немного. Мы наблюдаем за попытками белорусских силовиков всеми силами доказать, что они эффективны, и они каких-то людей задерживают. Имели они отношение действительно к этим сожженным электрощиткам, да, не имели, просто эта демонстрация вот того, что да, мы можем, да, мы вот их ловим, не ходите больше в эти там телеграм-каналы и так далее. Это пока, конечно, непонятно, вот, но люди сидят, и, ну, повторюсь, их немного, да, но их и не может быть сейчас много в Беларуси, после того, как власти, ну, полтора года уже давят, просто давят любой протест на корню. Вы вот видите, как в России людей там задерживают на площадях за бумажечку с надписью «Два слова», да, или там вот вышли в нескольких городах люди со звездочками, да, там по 3 звездочки и 5 звездочек, ну, что так, означает еще «нет, слово... нет войне». Так-так-так, да. Тому що слово «війна» заборонено, да, тому ну, що война. Вони виходять ну, вот, з зірочками, так. Угу. То есть у нас так давно уже. У нас уже всіх, хто хоч раз вийшов, всіх по разу позадержували. І, ну, вони ще там в Росії не додумались питати людей в ізоляторах, потому что у нас люди вот зимой сидели в изоляторах по там 16 человек в 4-местной камере, спали на полу, им не передают передачи, то есть им не дают постельное белье и подушки, под голову бутылка воды теплой, соответственно. Бывает, что их поднимают 2 раза за ночь, да, с перекличкой, им и их заставляют слушать радио белорусское, а это, знаете ли, еще та пытка. Вот, значит, им бывает ведро хлорки выливают на пол, чтобы не было чем дышать в камере, да, чтобы они дышали парами этой хлорки. Вообще в России люди выходят, но они еще не... Их протест, он не пережил еще даже, я не знаю, 1/10 доли тех репрессий, которая пришлась на долю белорусских протестующих. Соответственно, то, что в Беларуси остались, вот зная все вот это, да, остались люди, которые могут, и мы же видели в день референдума, там 800 задержанных было. И это были не столько протесты против новой конституции, сколько протесты. Это было 28 или 27, не помню уже, февраля, да, когда там было воскресенье, это были протесты против войны, против того, что Россия ворвалась в Украину. Вот. И это, конечно, меня очень вдохновляет. И как бы сейчас же в Беларуси в обществе, в гражданском, огромная дискуссия о коллективной ответственности, да, за то, что Беларусь вот принимает участие в этой войне. Виноваты вот мы, журналисты, например, да, что мы что-то не доделали в 2020 году, чтобы все-таки выборы не были сфальсифицированы, Лукашенко ушел. Да, и вот, ну, не было бы этого участия Беларуси. Виноваты ли люди, которые не выходили на протесты, да? Виноваты ли люди, которые уехали из страны после того, как их начали репрессировать, да, и как бы вывалились из вот этой вот активной протестной активности. Но мне кажется, что вот эти ребята, они не то, что нас реабилитируют, да, они просто показывают, что в Беларуси никто эту войну не поддерживает, кроме вот этих вертикальщиков. Тоже недавно было видео, у нас есть один такой блогер, тролль, он переехал в Вильнюс, и из Вильнюса звонит белорусским чиновникам и задает им неудобные вопросы. И иногда кто-нибудь находится, кто не сразу вешает трубку, а начинает оправдываться или объяснять, то есть доказывать ему, что вообще-то все нормально. Да? Вот одна помощница депутата из Калинковича, и Калинкович – это юг Беларуси, как раз оттуда, в принципе, запускаются ракеты.
Она сказала, нет, никаких ракет с территории Калинковича не запускается. У нас нет такого оружия, говорит. Он ей говорит, ну, а российское оружие? Она говорит, нет, нет, ничего такого. Беларусь не участвует в этой войне. Вы ошибаетесь. Вот, то есть над ее головами, над ее головой, ее семьи, там, близких, летают эти ракеты. Но она вот живет вот так вот. Как бы, да, я этого не вижу, значит, этого нет. Вот эти люди поддерживают войну. А мы, конечно, и, ну, знаете, вот этот мем про 3%, который за Лукашенко, вот я думаю, можно с тяжестью наскрести вот этих 3% заинтересованных так или иначе в Лукашенко, в его режиме, которые войну поддерживают. Остальные 97%, конечно, они против того, что происходит. Просто сказать об этом в Беларуси громко и публично – это слишком дорого для человека. Это цена, это его свобода. А як ви взагалі оцінюєте, чи можете ви оцінити стан білоруської армії? Ну, наприклад, сьогодні Лукашенко заявив про те, що, ну, знаєте, ну, що ми можемо додати Росії? Мається на увазі і щодо особового складу, і щодо озброєнь. Він сказав, що ми все це закуповуємо в Російській Федерації. Тож, як ви гадаєте, який саме стан білоруської армії? Ну, со стороны Лукашенко это, конечно, лукавство. Также вот параллельно идут новости про то, что Россия запросила у Китая там технику, еще что-то, да, и сухпайки. Ну, если не хватает сухпайков в российской армии сейчас, которая находится в Украине для продолжения этой войны, то, конечно же, белорусская армия может помочь. Такие ресурсы у нее имеются. Да? Ну и я думаю, что и личный состав белорусский, он не может, ну нельзя его снимать со счетов. Да? Потери российской армии в Украине огромные. Они, ну даже если скептически относиться там тоже как к такому способу, все-таки воодушевить способу тиску на ворога, к таким официальным цифрам, даже если скептически, но я думаю, что несколько тысяч Россия потеряла там точно, и это много, и, ну, наверное, люди действительно скоро там в этих группировках начнут заканчиваться, им потребуется ротация, и, ну, говорить, заявлять вот так вот, что Беларусь ничем не может помочь России в этой войне, это, конечно, ну, это не более чем такой вот тактический ход, ну и опять же кусочек внутренней пропаганды, да, это для тех 3%, которые вот возьмут эту фразу и так вот себе ее в голову и запишут и оставят. Беларусь ничем не может, и будут повторять при каждом удобном случае. Но чем же мы можем помочь в этой войне? Конечно, отчасти это правда. В Беларуси вооружения в основном российские, но есть и белорусские разработки, есть система залпового огня ПЛНС, которой очень гордятся белорусские военные. Ну, гордились до начала войны, а сейчас, получается, Лукашенко про нее забыл, когда говорит, что нечем помочь. Да? Есть у нас очень интересные наработки противодронные, да, такие ружья, их на каждой выставке в Беларуси есть выставка Милекс, на каждой выставке их показывали как такую гордость, значит, вот, пожалуйста, наш военпром разработал, можем, да, есть тягачи, это такая продукция двойного назначения у Минского завода колесных тягачей, которые вполне себе неплохо справляются с транспортировкой. Ну, потом, ладно, войска. Есть железная дорога, да, которой все это вооружение регулярно доставляется. Кстати, не знаю, в курсе в Украине или нет люди, но перестали в открытую по белорусской железной дороге возить все эти ракеты. А с чем вы это повязываете? Чем вы это повязываете? Чему? Ну, во-первых, конечно, они боятся вот этих террористов, да, то есть людей, которые всерьез настроены на то, чтобы противостоять этим перевозкам и каким-то образом могут их сорвать. Вот. Ну, во-вторых, мне кажется, что вообще это с точки зрения
ведение войны довольно правильно, да, теперь эти перевозки маркируются как трубы, как стекло, ну, стекло, потому что хрупкое надо, значит, аккуратненько, вот, и трубы, потому что ракеты, снаряды, вот эти авиабомбы, да, они, в принципе, по форме похожи на трубы, вот, в целом засекретить это с их точки зрения и действия это очень правильный шаг. Также я думаю, что есть среди железнодорожников довольно большое количество людей, которые, может, не готовы что-то взрывать или портить, но вполне себе справляются с тем, чтобы отслеживать эти перевозки и информировать о них. Есть каналы, которые собирают эту информацию в Телеграме. Я надеюсь, что есть взаимодействие с украинскими силовиками по этому поводу, да, и, ну, все правильно делают, я удивлен, и это, наверное, тоже показатель того, насколько вообще, что из себя представляет российская армия там, да, насколько она была готова к этим боевым действиям, то, что все эти вооружения просто перевозились в открытую по железной дороге, и, ну, они же думали, что они сейчас зайдут как освободители в Украину, так зачем скрывать, да. Казалось, так, за 2-3 доби вони так вони захоплять. Павло, дуже вам дякую за цю розмову. По-перше, ще раз хочу вибачитися за те, що я вас змусив говорити російською. Ми з великою повагою ставимося до білоруської мови, а вже ж живе Білорусь. Слава Україні! Героям слава! Хочу нагадати нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Павло Свердлов. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.